Доброе утро, друзья. Сейчас 8 утра. Приехал на Фиолент, на мыс Виноградный. Сейчас пойду купаться и попрыгать со скал. Сейчас хочу показать очень удобные скалы, где можно попрыгать. Там есть 7, 10, 11, ну и выше. Там посмотрим, как пойдет. В общем, пойдем посмотрим, что там вообще сегодня. Сегодня воскресенье. Люди уже ходят по тропинкам, собираются. Пойдем посмотрим. Вот, повесили табличку. Дракон. Такой не было. Нам идти на дракон. Попрыгать будем там левее, спустимся, скала есть. Джунгли Вьетконга. Сегодня штиль. Вода прозрачная. Саперы уже плавают. Вот в этих пещерах живут люди. Пещерные. Все лето, зимой нету там, конечно, никого. Так, вот, если вы шли к дракону, приходим вот сюда на мыс. Там получается дракон. Там еще одно местечко, там есть 13-10 метров. Мы туда не пойдем, мы пойдем вот сюда. Здесь сейчас солнечно будет с утра, солнечное место вот здесь. Да, солнечное место, это утром солнечное место, я не уточнил. Сейчас еще солнце. Буквально полчасика будет здесь солнце. А потом после обеда отсюда уйдет, это будет темное место. Вот он, грот. Прыгать можно вот отсюда, довольно безопасно. Сейчас я обойду отсюда и спущусь. Тут такая расщелина, по ней надо аккуратненько спуститься, и мы выходим сюда на площадочку. Очень удобная площадка. Так, вода прозрачная, вот как раз видно, как скала уходит. Вот здесь, кстати, не рекомендую прыгать.
вот в этой части. Прямо скала положительным уклоном уходит туда. Причем плавно-плавно так. Даже я не всегда замечал. Шторм или мутная вода, когда не особо видно. Вот. Это больше, больше безопаснее место вот здесь. Вот тут где-то 7 метров примерно. Вот отсюда можно прыгать спокойно. Там уже глубина вот эта зеленая, там 6 метров, наверное, может 8 даже не мерил никогда. И вот здесь плавненько так. 8, 9, 10, 11. Ну, выше подниматься не стоит там. Очень экстремально. Надо скалы перепрыгивать. И вот напротив скала. Может быть, с этого ракурса. Вот. Люк всадника. Это вообще одна из самых удобных скал тут в Крыму. Ну, высота там экстремальная, там 13, 15, 17. Но прыгать очень безопасно. Как в бассейне вышка, только очень высокая. В общем, друзья, одеваю для прыжков вначале гидрошорты, а потом обычные шорты сверху. Гидрошорты, чтобы себе ничего не отбить. Ни паховую область, ни пятую точку. Гидрошорты лучше всего спасают. Вот. Обычные шорты рвутся даже на 10 метрах. При прыжке ногами они рвутся, просто по шву разлетаются. Поэтому гидрошорты, а сверху обычные шорты. Значит, схема такая сейчас будет. Пойду на 7 метров, прыгну головой. Потом пойду уже на 11. Обычно я иду сразу на 11. Но вот последние дни я меняю свою постановку рук. Хочу попробовать вот так. Раньше ставил вот так и сильно выбиваю вот этот мизинец. Вот, уже прямо с месяц, наверное, болит очень сильно. Если прыгать выше 10 метров, да и даже с десятки выбивается этот мизинец. Так что я ставлю теперь вот так ставил. Но тут отбиваются пальцы, если ставить вот так. Сейчас попробую поставлю вот так руки. Где-то на таком расстоянии, в сложенном виде, вот так, такая постановка. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Фух, ну получилось неплохо. Еще не смотрел, как это. Все, ну удара не было. И палец вот этот не отогнуло, самое главное, потоком. Но это всего лишь 7 метров. Вот, как это покажет себя на 11, посмотрим. Подъем здесь довольно непрост. Надо подготовочку иметь, конечно. Thank you.
общем, что могу сказать? В голову не прилетело. Но плечами ударился. И руки не разводит в стороны. В общем-то, пальцы не разрывает. В общем, постановка такая. Имеет место быть. Надо пробовать ее дальше. А есть крабики, короче, еще. А, вот, видос. Смотрите. Я хотел сказать, что жалко, у меня нет. Потом ты скинул видос. Ага. Дальше посмотрим. Друзья, сейчас прыгну с тренажечки разок. Вот смотрите, вот это 11. Вот сюда поднимаешься 13 метров. Здесь даже больше, наверное, 13,5. Но это очень экстремальное место. То есть с 11 надо было скалу перепрыгивать. А здесь надо перелететь 11 метров и потом еще скалу дальше. Я уже прыгал отсюда не раз, но никому больше не советую. Отсюда только ласточкой можно выпрыгнуть. Ногами боюсь тут. Можно зацепить скалу. Вот с этой точки ногами отталкиваюсь. И перелетаю. В этот момент голова думает о том, как перелететь скалу, забываешь о прыжке. Часто ноги не держишь вместе, и носки вытянуты, уже тоже забываешь. Главное не получить удар в воде и перелететь скалу. Ну, постепенно уже привыкаешь, отрабатываешь эту точку. Мне уже она кажется не такой экстремальной. Сейчас прыгну. В общем, с 13 очень жесткий прыжок получился. Получил удар, в общем, такой сюда в плечо через кулак. Такое в сустав движения прямо. Отдача очень сильная вышла. Но еще дело в том, что там надо скалу перепрыгивать. Очень неудобная точка. Как интересно, чайки воют. В этом гроте такой звук получается, или бакланы, или чайки, или бакланы все вместе. А вот, кстати, сейчас покажу вам дно здесь какое. Thank you.
Сейчас вот на тот балкончик заберусь, прыгну с него. Единственное, плохо надо обходить. Либо поверху, либо вот за дракона плывать и там подниматься сверху. Да, потому что тебя начинает, вот семнашечка, да. Тебя начинает крутить, и ты так руками бах, и можешь упасть на жопу. Во, выглянуло солнышко. Народ начал прыгать. А ты поднимаешься здесь, да, спокойно? Ты тут поднимаешься спокойно? Да. Вот, да, удобно. Это... А вон выше десятка. Вот это, да, десятка, вот та. Вот вы, такой камень выпуклый, да, вот это десятка прям. Прямо я мерил, вот это 10 метров. Там глубоко, нормально. Да, да, здесь везде глубоко, в том-то и дело. Вот видишь, риф только там выходит, а здесь вообще классно. Смотри, главное не смотри на это самое, на воду, чтобы в лицо не прилетело. Надо собраться, да. Давай. Да. Нормуль. Охуеть. А залезь-то. Там прямо как на вышке ступеньками, вот 15, 13 и 17, там прыгают. Ну там так залазить надо сноровку иметь немножко. Ну конечно, я же вижу. И здесь ошибка малейшая была. Ну, надо, да. Надо чуть понимание иметь. Классно, да? Как ощущение? Первый раз в десятке прыгал. Да. На инжире же поменьше. Не, меньше на инжире, да. Ну что, пойду из семнашки прыгну ногами. Так размяться. Чисто размяться. Ой, водичка какая красивая. Вообще. Оу.
Ясно. Ну что, 10 метров. Второй прыжок в жизни. Пух, какой звук. Сделал немало прыжков сегодня, попробовали вот такую постановку рук при входе. В общем-то она неплохо себя показала на 11 и на 13 метрах даже. В общем, надо дорабатывать. Друзья, поднимается уже ветер, шумно. Будем закругляться, сегодня попрыгали и так прилично. В общем, всем хорошего настроения, если кому интересно, подписывайтесь.